Всем привет-привет! С вами Константин Маринец. Это «Мобильно». Здесь вы снимаете, а мы показываем. Но все непременно про УЗ-риск и окрестности. Сегодня в выпуске. Бурундук – суперзвезда. Авария под Михайловкой. Лежачий светофор. На родах с подружкой. И пустите кошку гулять. Начнем с видео, которое буквально взорвало интернет. Для нас оно примечательно тем, что, во-первых, на кадрах не страшная авария, которую может собрать и так тысячи просмотров, и не эротическая сцена, а обычный бурундук. А во-вторых, снят ролик в уссурийске. Смотрим. Как написали на многих пабликах, это видео есть даже на чисто мужских сайтах, где брутальные мужики, не скупясь, ставят бурундучку из уссурийска лайки. Поулыбались, а теперь о серьезном. На прошлой неделе страшное ДТП произошло на трассе между Уссурийском и Михайловкой. Водитель легковушки попал под колеса военного грузовика. Как это произошло, разбираются соответствующие службы полиции. Водитель, молодой человек, погиб на месте. Продолжаем выпуск. Где-то в городе ставят новые светофоры. Современные такие красивые. А мигающие старожилы объявляют новичкам бойкот. Перекресток улиц Чичерина, Некрасова. Светофоры есть везде, только этот лежит. Видимо, в знак протеста упал и этот светофор. Хотя сказали, что упал он от старости. Проржавел, говорят. Практически погиб на посту. Вот сейчас в моде совместные роды. И к тому, что рядом может быть будущий отец, мы уже привыкли. А что если рядом в этот момент будет подружка? Интересно? Смотрим, как это бывает у куриц. Вот две. Две на одном насесте, несем яичко. Ох, клевет. Давай быстрее вытаскивай его, правильно? Яйцо помогает вытаскивать. Скажи, долго ты будешь или нет? Я-то уже все. О, все, скажи, молодец, видишь, помогла. Заканчиваем выпуск тоже животными, точнее, рыжим котом. Такого кота сняли прохожие. Судя по виду, кот живет на первом этаже. И гулять летом выходил через окно. Похолодало, хозяева окно прикрыли, а привычка осталась. Ну что ж с ней делать-то? Прохожие переживают, но главное, чтобы окно не выбили из жалости. Подведем итоги сентября. Вот, подарок впечатления, и он уже не наш, а того, кто прислал в мобильно ролик про двойника «Калибри» – бабочку с железнодорожной слободы. Забирайте свой приз в редакции телекомпании. Это я конкретно вам, автору-победителю, говорю. А все остальные, не расстраивайтесь, присылайте свое видео нам еще, и вы тоже выиграете. Через неделю встречаемся здесь же. До свидания.